Сижу, обрабатываю клубничку, а здесь вот такое чудо выползает. Вот такие вот у нас слизни. Смотрите, моя рука. Как, я даже не знаю, как его сравнить. Палец, да? Он больше ладони. Сырое лето, и опять расплодились. Был один год. Очень много. А вон, посмотрите, он маленький выползает. Это вот его детеныш. Вот такие вот тигровые слизняки. Смотрите, это вот ножницы большие. Это жесть. Посмотрите, какой он след после себя оставляет. А как они высасывают ягоды, будь здоров. Сейчас его потрогаешь, он свернется. Нет, не боится, смотрите. Переворачиваться сейчас будет. Ой. Очень неприятно. Природа создала. Даже такое чувство, как будто он в шерсти. Ой. Вот такие чудеса.